Давайте поговорим о самых грубых ошибках женщин. Какие же это ошибки? Первое. Когда женщина пытается взывать к справедливости, к логике. Вот я для тебя столько всего сделала, я тебе то, я тебе это, ты не ценишь. Или давай логически подумаем, мы друг другу подходим, мы две половинки одного целого. В отношениях логика не работает совершенно. Вообще логики в отношениях нет. Если вы пытаетесь взывать к справедливости, это пустая трата времени, это содрогание воздуха, абсолютно. И здесь нужно применять моменты, техники, которые будут раскачивать мужчину на эмоции. Мужчина на эмоциях может понимать то, что не понимается. К справедливости, к логике бесполезно взывать. Второе. Когда женщина пытается взывать к жалости. Вот я такая бедная, несчастная. Или там, я плачу, я тебя так люблю. Ай, мне так больно. Этим вы понижаете свою значимость, свою ценность в глазах мужчины. Вы вообще падаете ниже плинтуса, если вы начинаете рыдать. Говорят, вот мужчина женских слез не терпит, он быстро сделает все, только чтобы женщина не плакала. Дело в том, что мужчина теряется от слез. Если женщина плачет, он просто теряется. Но эти слезы вас только понижают. Но смотря в чем, если, допустим, вы просто заплакали, потому что вас кого-то стало жалко, это одно. Но когда вы плачете, потому что вам плохо, мужчина вас обидел, этим вы даете шанс мужчине обижать вас еще больше. И третья ошибка, когда вы начинаете спекулировать своим здоровьем. Либо у вас действительно здоровье какое-то не очень хорошее, и вы начинаете говорить о том, что ой, мне опять лечиться, мне надо деньги на лечение, у меня то это. В надежде, что мужчина будет больше вам денег давать и больше к вам привяжется. Но одно дело, когда мужчина будет давать вам деньги на подарки, когда он сам этого хочет, а когда вы из него вымогаете, вот мне надо, вот я такая, это по твоей вине я такая больная. Знаете, если вы будете вот эти три шага делать, или хотя бы один из них, мужчина от вас уйдет основательно, бесповоротно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, ваша Наташа.